как прошла эта встреча, о чем говорили, что происходило. Собственно, у каждого будет своя история, и каждый будет по-своему прав. И это все потому, что мы абсолютно все разные, и по-разному воспринимаем информацию. Вообще есть совершенно разные типы людей, и это, в принципе, ни для кого уже не ново, я Америку не открываю, но сегодняшний тест, который я выложила в Инстаграм, он как раз-таки уже ярко показывает, что мы вообще все по-разному все воспринимаем. Вы помните историю с платьем? Когда вот несколько лет назад было, когда кто-то видел платье, по-моему, сиреневым, а кто-то желтым. И люди просто, ну, до драки доходило, не могли поверить, что кто-то видит это платье иного цвета. На самом деле так и было. Я единственное, что потом уже научилась видеть... Кстати, платье и так, там надо было отойти, посмотреть под каким-то другим углом. Я думаю, что история с этой аудиозаписью, она похожа, потому что сейчас уже мне стали присылать какие-то комментарии, что если закрыть уши или если отойти подальше, то тогда ты услышишь по-другому, но это не факт, у меня пока что не получилось. И сегодня у нас эфир, который вы так долго ждали, с моей сестрой, она бизнес-коуч, тренер, Оксана Лупрева-Беляева. Сейчас она у меня научится заходить в эфир. Вот, сейчас я ее приглашу. И вуаля! Сейчас нас станет двое. Вот, я, в принципе, особо никогда не рассказывала, что моя сестренка бизнес-коуч, поэтому я такая умная. Привет, дорогая! Я уже немножко здесь начала как раз-таки...